Состоялись спортивные сборы по кёкусинкай карате. Как прошло и в чем особенности этого вида спорта, рассказывает Александр Зубейхин. Карате кёкусинкай – один из самых зрелищных видов единоборств. Поединки проводятся в полный контакт без защитного снаряжения. Единственное ограничение – запрет ударов в голову руками. Как уверяет тренер, нарушителям грозит наказание. Мер наказания от предупреждения до дисквалификации. В зависимости от тяжести, от последствий, которые... Если человек намеренно ударил, ну, это просто дисквалификация. Если случайно там по касательной прошел, соответственно, в зависимости от того, что произошло. Учеников в школе тренируют в трех основных формах – ката, кумите, тамисивари. Ката – это формальные технические комплексы, в которых закодирована информация о боевых приемах, отработка базовой техники в перемещениях, которые имитируют бой с несколькими противниками. Опытный ученик может освоить дисциплину тамисивари. Она позволяет разбить твердые предметы. Я занимаюсь карате с первого класса, сейчас я учусь в девятом классе. Через 3 года тренировок на одном показательном выступлении мне сказали «ломай доски». Я сказал «хорошо». И так получилось, что сломал все доски, и все окей. В рамках открытия прошли показательные выступления учеников школы карате молодежно-культурно-оздоровительного центра «Сатори». Ученики показали элементы разминки на основе базовой техники, учебные комбинации и простейшие формы дисциплины ката. Здесь даже начинающие спортсмены знают, зачем все это нужно. Чтобы защищать мою семью от нападений. Кто-то может и маму. Я же все равно защитю свою семью. Потому что я хочу, чтобы мы жили долго. 19 мая состоится чемпионат и первенство России по кёкусинкай карате. Команда из Якутска также планирует участвовать. Задача этих сборов – проверить подготовку спортсменов, улучшить ее и сделать выступления нашей команды более результативными. Александр Зубейхин, Семен Семенов, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите «Якутию-24» и будьте в курсе. До встречи!